Итальянский жених певицы Азизы подбросил певице свинью сразу после свадьбы. На днях стало известно, что у вокалистки имеются серьезные долги, из-за которых звезда может лишиться венчания в Италии. Теперь Азизе предстоит выплатить более 1 000 000 рублей. Ситуация усложняется тем фактом, что достаточно большие долги пытался скрыть сам Лорде. Денег выплачивать их у мужчины нет, из-за чего Азизе придется серьезно напрячься, чтобы справиться с нахлынувшими проблемами. Обезопасить себя Азизе нечем, ведь брачного контракта супруги не заключали. Я хотел бы предупредить обоих супругов, в случае отсутствия брачного контракта, им придется платить по долгам друг друга, как по своим собственным, предупредил Азизу в разговоре с КП адвокат Андрей Олешкин. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.